Всем привет, ребята, с вами, как вы поняли по названию этого видеоролика. Сегодня я собираю Hello Neighbor Alpha 1 2 части. Я очень ждал эту игру, я не люблю Hello Neighbor. Кстати, вон я уже вижу нашего гуляникова какого-то. Короче говоря, я уже пробовала здесь играть, чтобы разобраться в управлении. Немножко поиграл, побегал от этого дикого животного создания. Короче говоря, начинаем с новой игры. Кстати, эта картинка у меня вызвала несколько вопросов. Соседа ищет. Я разобрался в управлении, в принципе. Еще до этого, конечно, разбирался я долго, потому что тут немного поменяли управление. В старых играх было по-другому. Ну, Hello Neighbor старых. Так. Этот, как его? Короче говоря, сейчас я поставлю камеру. Где он? Короче, хочу поставить камеру, чтобы следить за ним. Так, сейчас мы, мы должны сейчас найти ключ, остудить его, короче говоря. А еще что? А, ну еще вон, блин, там прибито этот, как его называют, гвоздодер, молоток, что-то есть. По-моему, гвоздодер всегда. Не, я помню, в первых часах был молоток, короче, это не важно, важно то, что... Нам надо наверх. Не обращай на меня внимания, пожалуйста. Я его уже вижу, этот ворон дикий. Вон он слева. Сейчас он обратит на меня внимание. Мне кажется, очень даже заметно. Блин. Как стрёмно. Чё ты стоишь? Чувак, у тебя шиза, что ли, блин? Маска. Блин, он понял, что я здесь. Ай, и зачем я бросил? Ай, блин, я забыл. Он вот так же, да? Блин, я сейчас испугался, мне начал ходить, я поэтому спрятался. Так, тут по-любому на полках что-то должно быть интересное. Наверное. Я пока ничего не вижу. Ладно, вот он, вот он. Все бутылки выбросил. Говнюк. Здрасте. Давно вас не видел. Блин, спалился. Что со мной? Что ты делаешь? Успокойся, я тебе сам дверь открою. Так уже пытки, отпусти меня. Чувырла это меня решила. Побить. Он там был, я его вижу. Так, нам надо подождать, пока он уйдет. Блин, он не ушел. Мне это показалось. Берем.
все. Я что-то сломал. Блин. Я взял. Блин, напусти меня. Я смог. Все остыло. Отдай ключ. Возьму бутылочку, чтобы она не видела, что у нее забрал ключ. А то мало ли. Психанет еще. А теперь я верну ей бутылочку, если она на ней сидит сколько хочет. Давай. Фух. Да, действительно веревка. Кстати, вон оно. Другая это, какая штука другая. Что-то я ее не слышу, куда она ушла? А где она? Да успокойся, ты все хорошо, я у тебя стыд сделал только несколько вещей. Стыки, я залетаю туда. Не психуй, ой! Успокойся, блин. Что это? Это костюм ворона? А где сосед? Подожди. Как будто на пальце. Сосед приехал. На своей Феррари. Блин, я для камеры что-то не знаю, я не смотрел бы. На костюм. А подожди. А может к нему выйти, а он уже за мной погонится. Что? Написано, ты победил со знаком принца. Это типа вопрос. Подожди, а если я продолжить нажму? Ну, короче, ребят, с вами был Ник. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Это было прикольно, очень даже жутко. И еще подписывайтесь на канал. Всем до свидания. Всем пока.